Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юра, вы на канале Игры 124 так, и сегодня я один буду распаковывать, ну, точнее, открывать коробочку игры Transfusion. Игру я купил пару дней назад, к сожалению, распаковку не получилось сделать с волочком. Так, что же входит в игру? Небо больше не предел, классика платформенных гонок, испытания на горизонтальных трассах, различных ландшафтах. В новом режиме трюков в современном виде, игра без конца. Также в издание входит Season Pass, загружаемый набор, а дополнительные плюшки к игре. 1 до 4 игроков, поддерживаем битву и открываем. Так, сразу мы видим диск с игрой. Season Pass, кстати, кодик я уже активировал. Извините, друзья, вы не смогли. Ну, там просто Season Pass. Ничего такого интересного нет. Обычная характеристика по игре. Вот описание. Что на какие кнопки жать. К сожалению, одной рукой очень тяжело снимать данное видео. Так, ну, будем продолжать. Игра в целом очень хорошая. Мне понравилась. Она весит 5 гигабайт, версия 1.0, но с обновлением еще 5 гигов нужно качать обновление, и игра того весит 10 гигабайт. Чем даже радует, графика в игре отлично. Может, со временем запишу пару летсплей по прохождению, может, просто один ролик по игре запишу. Так, отложим игру в сторонку, и самое интересное. Она, Андрюха меня убьет, но я не сдержался и купил долгожданную игру Just Cause 3. Да, конечно, Андрюха меня отговаривает, говорит, Юрец, не покупай, дожди скидок, купишь по дешевке, скачаем. Ну, блин, игра безумно классная. По видеороликам игра полностью на русском языке, но стоит 3490 попал в ДНСе. Так, что же входит в игру? Гори все огнем. Так, более 1000 квадратных километров свободы от небес до морских глубин. Огромный запас оружия, гаджетов и средств передвижения. Сети хаос настолько эффективна, насколько хватит вашей фантазии. Игра обладает 10 наград на выставке Е3. Один игрок, 37 гигабайт. Занимает игра, как мы видим, значок насилия, сквернословие, и игра от 18 лет однозначно. Так, как же мне ее открыть-то? Ну, попробуем ножичком. Так, камеру пока сюда положу сбоку. И буду резать. Так, я распаковал игру. Так, ну что, посмотрим. Надеюсь, игра стоит своих денег. Я не разочаруюсь. Так, мы увидим диск с игрой. Главный злодей. Так, кодик. Так. Что у нас тут дальше? Так, Hitman. С 11 марта 2016 года. И Deus Ex. Тоже еще на 16 год. Тут ничего не написано. Так, очередной код на набор боевой транспорт. Ну, с обратной стороны рекламка при покупке сезонного пропуска уже доступна в PlayStation Store. Надеюсь, я в игре не разочаруюсь. Игра мне понравится. По мнениям, я смотрел много мнений по этой игре. Кому-то она понравилась, кому-то нет. Ну, мне нравится открытый мир, open world, взрывы, путешествия. Вторую часть я играл. Вторая часть мне как бы понравилась, но она была на английском языке. К сожалению, я ее не прошел. Надеюсь, вот эту часть я пройду. С вами был Юра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Группа также называется Игры 124 в так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!